Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята. А перед началом не забывайте подписаться на мой канал, нажимайте красную кнопку, чтобы она стала серой, и ставьте лайки. Больше лайков, чаще видео. Со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, немецкая овчарка. Вот она с вами здоровается. Лаки, вот так она здоровается. Лаки помогает мне бороться против злых духов. Она их отгоняет, она их чует, она их видит. Все, не прыгай, моя хорошая, все видят. Все поздоровались и все обязательно поставили наши лайки, правильно? Правильно. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о моих новых видео. Ребята, погнали! На предыдущем ролике, где я заказывала мороженое на сайте Darknet, мороженое Сирена Голового, вам это видео очень понравилось, вы набрали просто очень-очень много лайков за первые часы публикации, это очень здорово, я благодарю вас всем своим сердцем, ребят, я вас очень люблю. Я также читала ваши комментарии, отвечала на них в сторис ютуба, то есть если вы задаете вопросы внизу, ниже в комментариях под видео, я отвечаю на них в сторис ютуб, ребят, все просто, ваши комментарии появляются также в моих видео, на ваши вопросы я отвечаю, потому что я обожаю общаться со своими подписчиками и очень сильно люблю свою семью на ютуб. Ребята, ну что же, раз вам понравился этот видос, я решила полистать, какие еще мороженое на сайте Darknet продаются, и я нашла, ребята, целую линейку мороженых от Сирена Голового. То есть, ребята, у меня просто был шок. Стоит это все, конечно, не так дорого, как само мороженое Сирена Голового, потому что он, типа, самый главный. Модификации этих мороженых, как, например, вы знаете, что совсем скоро в ночь на 31 вернее, октября, с 30 на 31 будет проходить Хэллоуин. И, ребята, там была мороженка, которая как раз прямо в тему. Это мороженка тыква головы, ребята. То есть, это Хэллоуин головы, я не знаю, он называется тыквенная голова, то есть это сиреноголовый, но вместо сирен у него страшная, жуткая хэллоуинская тыква, ребята. И прямо сейчас мы посмотрим, что же будет, если попробовать это мороженое, как оно выглядит внутри, может быть, обычное мороженое, может быть, какая-то там тыква, не знаю. Мы уже приготовили конверт с денежкой, который мы оставим в назначенном месте, где мы договорились с курьером с сайта Darknet, и сейчас мы отнесем туда деньги, потом получим мороженку тыква голова, ребята, попробуем ее и узнаем, что будет. Возможно, я трансформируюсь, скорее всего, так и бывает, когда пробуешь какую-то еду из сайта Darknet, и вы сможете увидеть настоящего тыква голова. Мне кажется, это прикольно и будет нереально круто. Я сама ни разу не видела тыква голова. Если вы видели, напишите в комментариях, что вы видели тыква голова. В общем, это очень-очень интересно, поэтому прямо сейчас мы идем оплачивать этот заказ. Итак, ребята, я уже в предвкушении, что же будет, если съесть это мороженое, и как вообще будет происходить сама трансформация в этого монстра, потому что всегда ощущения какие-то разные, когда-то живот болит, когда-то сушит, когда-то, блин, тошнит, просто блевать охота, когда-то понос, да, даже такое бывает, что начинается жуткая диарея, то есть как повлияет это мороженое, и вообще смогу ли я его попробовать, возможно, оно как-то по-другому выглядит. Вы знаете то место, где мы обмениваемся деньги на товар от сайта Darknet, это наш бывший дом на дереве. Теперь он служит, как бы, так сказать, точкой, местом назначения, где я оплачиваю свои товары с Darknet. Ну и менеджер уже, как бы, курьер этот привык к этому месту, поэтому, ребята, мы не меняем, пока еще не совсем холодно. Иногда я заказываю посылки к себе домой, ребята, так что, ну, у нас два места. Сейчас это будет здесь. Итак, я должна оставить денежки и обязательно я должна все это сфоткать, то, что я оплатила, иначе, как бы, ну, он не поймет, что все оплачено. Оплачено, как правильно, кстати, ребят, напишите в комментариях. Все, я сфоткала то, что денежки на месте. Теперь вы быстро увидите, когда мороженка придет, а нам придется немного подождать, когда курьер заберет деньги и принесет товар, ребята. Скоро увидимся. Итак, ребята, наконец, прошло уже 3 часа, ребята, и наконец-то, блин, короче, пришла фотка, в общем, здесь была фотография, наконец-то мороженое тыква голову пришло, и прямо сейчас мы его заберем.
Блин, мне не терпится, я 3 часа его ждала, я уже замерзла, когда я увидела машину курьера и то, как он все это здесь все провернул, все сделал, потому что нельзя передавать из рук в руки, чтобы, короче, не видеть. Они вообще приходят в масках, я и на один раз подглядела, короче. Если хотите, я как-нибудь сниму, как курьер меняет это все дело незаметно, хотя, я не знаю, возможно, не разрешат, потому что там все это конфиденциально. Но мороженка, Хэллоуин, вау, короче, ребята, прямо сейчас бежим его открывать, скорей. Так, ребята, пойдемте открывать мороженку. В прошлый раз у нас не получилось на столе это все распаковать, потому что Лаки пытается это все попробовать. Сейчас попробуем, не знаю, будет она опять запрыгивать или нет. Сейчас. Лаки, пожалуйста, не прыгай на стол. Как будто она поняла меня, да? Так, открываем. Достаем из пакетика. Вау! Смотрите, ребята! Лаки, ну блин! Ну, Лаки! Ну, слезь! Ну, короче, не дает. Ладно, смотрим так, пусть она лежит. Смотрите, короче, тут сиреноголовый с тыквенной головой и написано ice cream, что значит мороженое. Лаки, ну спустись, пожалуйста, Лаки, ну спустись, Лаки! Короче, нельзя на стол, нельзя! Айскрим – это мороженое, сиреноголового – Хэллоуин, то есть это хэллоуинская версия, версия мороженого хэллоуинского Siren Head. Блин, просто, я просто в шоке, я не верю, что я отыскала это мороженое, и я его заказала накануне празднования Хэллоуина. Кстати, ребята, вы знаете историю вот этого самого праздника Хэллоуина, то есть люди верят, что люди, ну, которые умерли уже именно в этот день, они могут выйти из царства мертвых и прийти в царство живых, короче говоря, и поэтому они там вот празднуют это, отмечают, наряжаются, а вот эта вот тыква, подсвечник, это называется фонарик Джек, то есть Джек-фонарик, я просто обалдела, то есть, знаете, какая история, короче говоря, раньше вот эти, как эти, жрецы, друиды, они, только они могли владеть огнем. И они на праздник Хэллоуин, когда заканчивалась вот именно осень, все собрали урожай, они собирались там на горе и разжигали огонь. А люди, ну, бедные обычные крестьяне, которые жили внизу, они, в общем, поднимались наверх на гору к этим друидам, брали маленький уголек и несли его в дом. Но чтобы он не погас, пока не спускается с горы вниз, они клали этот маленький уголек вот в такие вот как бы подсвечники. Они делали их из тыквы, из репы, внутрь клали этот уголек, и у них как был фонарик. Ну, потом еще в современном мире стали называть это фонарик Джека. То есть Джек-фонарик. Ну, короче, блин, это прикольно, давайте уже открывать. Да, Лаки, нельзя, слезь! Ладно, короче, Лаки не даст нам опять на столе открыть, но вы все разглядели. Оно нереально, его даже открывать неохота. Оно нереально крутое, смотрите, блин, просто. Siren Head Ice Cream Хэллоуин. Короче, и, кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы такое мороженое попробовать или хотя бы увидеть, хотя бы потрогать. Так, ладно, начинаем открывать. Слушайте, кстати, мороженое, причем я, ну, когда переписывалась с менеджером на сайте, я говорю, а у вас бывают какие-то другие вкусы? Или у вас только разновидности, имею в виду, там, с монстрами какие мороженые? Они такие, нет, у нас бывает, но вот в ценовой категории, ну, сиреноголовых, именно вот они. И, в общем, кстати говоря, ребята, я заказала сразу 2 мороженки. Сегодня вы увидите эту тыквоголову, а завтра, короче, пишите свои догадки в комментарии, кто угадает, попадет в мое следующее видео. Какое мороженое с каким монстром я заказала следующим. Это будет прикольно, мне кажется. Так, короче, открываю. Так, это опять, чтобы Лаки не съела. Я сюда кину костер. Так, на запах. На запах. Слушайте, блин, офигеть, оно реально пахнет тыквой. Это мороженое пахнет тыквой. Блин, ребята, это не передать. Такое ощущение, что они тыквы туда добавили. Ладно, давайте доставать. Интересно, на вкус оно какое? Такой кусок большой-то. Тыквенное мороженое. Ребята, вы хоть раз ели тыквенное мороженое? Очуметь. Но она тыква сама по себе сладкая. Вообще.
Вы знаете, когда я вижу мороженое, я не могу стоять. Я просто... Я обожаю мороженое. А вы, если любите мороженое, ставьте плюсики в комментариях. И не забывайте ставить лайки. Но, походу, хорошая нотка этого видео на этом и закончится. Ирина. Слушай. Что? Так, что? Все, надо... Yep. Ирина, ты куда? Так, я уберу, чтобы лаки... не досталось. Ирина, что происходит? Нос горит. Нос горит. Горит, как будто... Что? В моей голове свеча горит. Мне жарко внутри. Чем тебе помочь? Что жарко, тебе сделал? Жарко, как будто огонь. А, черт, огонь. Я... А, черт, все горит. Черт, черт, ты видел, что это Ирина, было? Ирина, ты вся горишь. У меня голова загорелась, как будто бы, блин, на секунду, на минуту. Черт. Подожди, у меня есть вода, черт. Я сейчас воду принесу. А если опять загорится, давай воды, блин, я сгорю на... Ирина, ты где? Черт, где ты, Ирина? Ирина пропала. Ирина! Ирина, ты где? Куда ты делась? Черт, что происходит? Лаки! Лаки, где Ирина? Куда ты спряталась? Неужели она превратилась в тыквенноголового, сиреноголового? Чёрт. Это что такое? Что это за звук? Что в лесу? Ирина, Ирина, где ты? Лаки! Лаки, где Ирина? Лаки, ищи! Куда она делась? Лаки! Лаки, где? Где? Где, Ирин? Бери след! Ищи! Ищи! Лаки! Лаки! Где Ирина? Нет, нет, нет! Только не это! Сиреноголовый. Ирина, ты где? Надо все проверить. Лаки, где Ирина? Где ты? Черт, я слышу Ирину. Ирина, где ты? Это что? Ирина! Куда ты делась? Я тебя спасу! Ирина! Ирина! Произошло, Ирина. Очнись. Я видел сиреноголового с тыквой. Очуметь. Я прямо сейчас пойду и посмотрю, как это вышло, как вышла моя трансформация. Я вообще ни хрена не помню, простите. У меня просто все горело внутри. Я помню единственное, что я чуть не сгорела живьем, ребята. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И вы никогда раньше нигде не видели тыквоголового. Только как на моем канале. Я надеюсь, что это достойно лайка. Ну и все, ребята. С вами была я, Ирина Ясинская. До новых встреч в новых видосах. Каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье. Пока. Воу.